Продолжаем восхождение. Еще один самонадеянный человечишка осмелился взобраться на мою скалу. Вы, люди, такие жалкие, такие мужественные и такие слабые. Я вырву твои внутренности и скормлю их крысам. Не так быстро. Со мной глаз Инноса. Ты будешь повиноваться мне и отвечать на мои вопросы. Задавай свои вопросы. Кто ты? Меня зовут Педракан. И я медленно-медленно буду снимать с тебя шкуру, когда доберусь до тебя. Кто самый сильный из вас, драконов? Мы черпаем нашу силу из стихий этого мира. Иерархия очевидна и проста. Земля, покрытая мягкой почвой, дарует жизнь всем созданиям, живущим под солнцем. Но она может раскрыться и поглотить тебя целиком, если ты подойдешь слишком близко. Скала, которая скорее расколется, нежели поддастся, гордо возвышается над всем и похоронит беспечных под собой. А еще она дает лучшую защиту от прилива. Искры жизни живут в глубоких огнях этого мира. А еще огонь обжигает все своим дыханием, не оставляя за собой ничего, кроме пепла. Все эти стихии сохраняют и уничтожают. Но только в воде, которая стала твердой, как скала, все превращается в вечную колонну из соли, где жизнь едва ли возможна. Чьи приказы вы выполняете? Кто послал вас сюда? Наше будущее и настоящее контролируется хозяином при помощи слова силы. Скоро никто не сможет сопротивляться ему. Его длинная рука уже протянулась сюда из царства мертвых. Духи ночи собираются в предвкушении его скорого появления. Он раздавит вас, людей, и будет править этим миром. В его тени мы не более чем инструмент его созидательной силы.
Хозяин придет и поднимет ваши безжизненные тела из пепла и использует их для окончательного изменения облика этого мира. Но хватит болтать. Твоя временная сила иссякла. Глаз потерял свою силу. Приготовься умереть. Армия мертвых так медленно и неуклонно надвигается на этого дракона. Так, ну, наша задача отвлекать его. Здоровье дракона не восстанавливается, пока он занят. Пока он атакует или использует полет, в это время его здоровье стоит на месте. Если же я перестану вызывать, все зомби сдохнут, он тут же восполнит все свое здоровье и испепелит нас. Ну вот и все. Медленно, но верно. Простите. Какая-то... О, еще один. Совершенно ненормальная икота напала. Просто не дает мне комментировать сейчас ничего. Так, вот второй секстант в игре. У Педракана. Жаль, по-моему, на магию. И на ловкость.
забрать кровь. Болотного дракона. Пандрадор, что ли? Зовут его. В облике ящера прополз мимо тех самых орков. Ну вот и тело лежит. Как я и говорил, не исчезает. Он лежит на месте. Если вы охотником на драконов играете, кровь понадобится вам для изготовления доспехов. Начинайте в легком, и вот у Яна можно, принеся ему 11, нет, не 11, поменьше, в общем, принеся ему там некоторое количество крови, можно... Эй, ты! Изготовить средний доспех охотника на драконов. Я принял... Отлично. Эй! Мне нужна информация о драконах. У меня есть чувство, что я пока нашел не всех драконов. Может, я что-то упустил? После прошлого нападения драконов один из них, по слухам, полетел в направлении вулкана на юге. Тебе стоит поискать его там. Ну, об этом нам сказал еще вулкан. На вулкане еще... Охотник на дракона в самом начале главы. Так. Следующего будем искать там. У меня есть новости о драконах. Докладывай. Я убил дракона в болоте к востоку отсюда. Дракон в каменной крепости к югу отсюда мертв. Это хорошая новость. Вот, возьми эти деньги. Надеюсь, они помогут тебе обновить твое снаряжение. Последнее время были еще нападения драконов? По счастью, нет. В настоящий момент они держатся вдалеке. Последнее время были еще... По счастью... Подожди минутку.
чуть не забыл зарядить глаз Инноса. В следующий раз отправимся за огненным драконом. Оставайтесь с нами. Удачи вам.